Там очень пас ему. Джаред еще осваивается. Понятно, что там какие-то последствия джетлэг. В присутствии 70 тысяч болельщиков. В этом сезоне лучше свои домашние матчи на главном мексиканском стадионе для клуба «Америка». Наверное, лучшим образом подготовиться к рынкам клуба «Америка» 28 июля против «Бенфики». Уже у себя. Вместе с мячом. Вот уже 6,5 минуты. Первая передача Джерарда в атаку вынужден. Песа по левому флангу. Приходится задерживаться. Еще одна передача. В этот раз положения вне игры нет. Можно атаковать. И первый мяч в сетке ворот на 7-й минуте. Открыт счет. Биц Дарвин Кинтеро. Отличный пас. Очень четкое расположение в атаке. Показал Кинтеро и поразил ворота Брайана Ро. В первой игре нового турнира. Это такое. Настоящая игра в футбол по-европейски. Говорит, что это был состав, ну, скорее, экспериментальный. А вот тут Джерард не имел права пропустить. Дать пробежать Кинтеро мимо себя. Вступил в Лос-Анджелес Гэкси, скомплектованный из американских футболистов. Передача Джерарда. Разыгрывалась весна-осень. И вот уже Джерард. Он начинает устанавливать все-таки свои стандарты. Настоящий, плотный, бы заметил. Лос-Анджелес Галакси в прошлом году выиграл турнир Лиги за Лос-Анджелес Галакси. Чемпионов Конкакаф. Сильнейшая команда своей конфедерации. Первый удар по воротам наносил сейчас Джерард. 6 мячей он забил уже в общем сезоне. Опаснейшая атака вступает в игру. Лесную жару и прочие вещи, на которые, наверное, не очень прилично ссылаться такому футболисту. Но Джерард этого не делает. Сейчас имел голевой момент с Стивиджи. Уже видно, что завоевывает авторитет. И тут же, смотрите, просит мяч у партнера на коротке, чтобы быстренько выдать атаку. И забрасывает эту... Понял уже, во что здесь играют. И Галакси... Ну и, конечно, свои дни профессиональные, спортивные продлить здесь. Борьба еще впереди. И Джерард, приехавший в раз, Барселона. Джерард выиграл верховой мяч в штрафной площади. Все билеты проданы. Но это будет обстановка очень привычная для Барсы, как собрал матч между Манчестер Юнайтед и мадридским Реалом. То есть пока только представители в первом тайме получил сравнение. Хорошо себя проявил Стивен Джой. Одну минуту прибавил к первому тайму Армандо Вильяреал. И решил-таки он в концовке этой минуты продемонстрировать...